Приветище, это Road 96, и мы продолжаем прохождение шестого эпизода. Да-да-да, уже шестой эпизод. Ах, свежий воздух, природа, я возле гор, рядышком с границей. Мусора-то тут, смотри, бочки, чего тут только нет. Туда, я думаю, смысла нет идти. Бежим прямо. Ого, какой тут каньон. Бригада написана. Только не говорите, что я сейчас... Кто тут едет? Только не ты. Куда это он помчал? Тут, короче, где-то логово бригады, учитывая, что происходит. Он резко затормозил там. Учитывая, что тут вот эти вот граффити, он вышел. Давай посмотрим. Он за мной идет, нет? Куда он делся? Он тачку только что обходил. Он сюда, что ли, зашел? Тут ничего нету. Съесть еду просроченную. Взять деньги. $20 сверху. Неплохо. Ты слышишь, как он свистит? Музыку свою просвистывает. Я сейчас твой таксон увезу. Давай посмотрим, что у нас тут. Ах, черт. Вернуться решила? Да в смысле? Вы... Блин. Я слышу, что кто-то там внутри в машине. Он может нас сейчас грохнуть вообще в легкую. Так, думаем. Вы можете взять все мои деньги? Ему деньги не нужны. Пожалуйста, опустите оружие. Навряд ли это сработает. Некогда мне с этим возиться. Давай так скажем. Чего это ты торопишься, бригадир? А? В смысле бригадир? Бригадский? Что? Кто это такой? Пожалуйста, отпустите меня. Звуки как будто ножом кого-то там режут. Бригадирский, что? Тут я говорю, ясно. Да я понял. Только не стреляй. Я знал, что ты вернешься к фургону. Блин. О чем речь? Это не мой фургон. Нет, но ты сюда наведываешься. Ты и твои дружки из бригады. А, он думает, что я один из бригады. Все понятно теперь. Я не из бригады, клянусь. Да ё-моё. Что я сказал? Ты птичку убил. Полезай в свой драный фургон и найди мне зажигалку. Перекурить надо. Ну, лады, сейчас. Сейчас. Ты ствол-то убери. Хватит так на меня смотреть. Пожалуйста. Я уже заикаться начал. Девушка, прекратите орать и ножиком там себя кромсать. Все, я иду брать зажигалку. А можно просто отсюда убежать и все? И все. О, блин, блин. Даже не пытайся сбежать. Теперь полезай в свой драный фургон и найди мне зажигалку. Ладно. Взять коробок. Нашел зажигалку? Нашел. А, ты уже тут? Ты там стоял? Может быть я... Вот сюда? Черт. Далеко не уходи. Нашел зажигалку? Да нашел. Передай спички. Тут смотри, канистры какие-то. Он может это все делать к чертям в воздух. Подпалить. Подорвать. Особо и искать не пришлось, да? Я знал, что это твой фургон. А теперь сыграем в игру. Горячо-холодно. С дочкой раньше играл. У тебя один глаз больше другого. Тик-так. Игра началась. Холодно. Так. Тепло. Горячо. Что, мне открывать, да? Ты мне не выпустишь пулю в лоб. Обожжешься. Ладно, открываем. Кто же там? Никого? Фильм? Твою налево. Хороший бригадир. Теперь у меня для тебя сюрприз. Ты же любишь сюрпризы. Да обоссаться как не люблю. Особенно таких, как ты. Бери канистру. Сейчас, ладно, подожди, я посмотрю. Лола, давай. Воу! Не смотреть. Это личное. Хорошо, я понял. Просто... Берем канистру.
Хорошо. Теперь полей все в этом фургоне бензином хорошенько. Абсолютно все. Посмотрим, как оно горит. Это есть сюрприз. Ну ладно. Я пошел. Черт, я еще и с топляком в руках. Если он пульнет прямо в эту канистру, я нафиг сгорю заживо. Залить все бензином. Тут еще и газ, вон смотри, стоит. Залить все бензином. Так, только не стреляй, пожалуйста, пока я тут бензином все обливаю. Не-не-не-не-не-не-не. Он сигарету может кинуть. Вообще-то, это был не сюрприз. Не особо. Я не понимаю. Пожалуйста, просто отпустите меня. Вы не хотите этого? Я даже не знаю, что ему сказать. Он же псих. Что бы я ни сказал, он... я не понимаю. Вы не хотите? Это очень глупо, учитывая, что он убивает людей. Пожалуйста, простите, отпустите меня. Я не понимаю. Давай я это скажу. Все еще не догадывайся, что за сюрприз. Значит, хороший сюрприз. Сюрприз в том, что мы спалим фургон. И тебя вместе с ним. Я не из черной бригады, дебил. Я сделал все, что вы сказали. И ты заслуживаешь угощения. Я не из бригады. Может и нет. Но зачем рисковать? Я никому не скажу, клянусь. Вам же потом с этим жить. Я и похуже вытворял. Намного хуже. Так что насрать. Пожалуйста, я не террорист. Ну ему насрать же. Что-то он задумался. Вали. Что ты говоришь? Серьезно? Вали. Да скажи остальным. За мною причитается. За то, что они сделали с Лолой. Катись. Вылезти, давай, валим. И запомни, скажи им. Я запомнил, хорошо, хорошо, хорошо. Мне сюда идти, да? В тачку я не залезу. Вау! Так, понятно. Бежим, 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 бежим. Скорее отсюда. Скорее. Офигеть, вот эта серия. Вот это пацану досталось, а. Ну слушай, по крайней мере мы выжили. Я не знаю, как это случилось, как мы выкрутились, но мы выжили. Фух. Обалдеть. Автостоп ловить не буду. А, нет, надо ловить. Потому что если я пешком пойду, то я нафиг сду... О, в урне можно поковыряться. Подожди. Проверить мусор. Дайте что-нибудь пожрать. Испорченная еда, блин. Я ни разу не ел испорченную еду, но если я съем, то могу потерять последнюю энергию. Тут, может, где поспать можно? Вот тут вот нету уголка поспать? Нету нигде. Ладно, автостоп. Ловим автостоп. Надеюсь, что меня не этот таксист подвезет. Кто же там меня подвозит? Подвезите прям до границы, пожалуйста. Нет, до границы меня не подкинули. Автобусом. Йоу, добро пожаловать в мою мега-тачку. Алекс, да ладно. Тачку угнал где-то. А вот и передатчик он везет. Наверное, медведю. Что у тебя тут есть? Взять кассету. Угу. Украсть. Что за монетка? Ну, а, карму подпортил себе. Ну, зато 3 доллара заработал. Смотри, он банки подставил, чтобы дотянуться до педалей. Играть. Посмотреть в комп. Самодельный мини-компьютер Алекс, ну это мы знаем. Он за Флорес, ясно. Спасибо, что подвозишь. Ты до педали-то достаешь? Ну, увидим, что достает. А ты дорос водить-то? Ладно. Вот это спросим. Ага, я сделал эти спецботинки на платформе. И у меня есть техника, чтобы отслеживать ментов. Так что за это тоже не парься. Ну ок. Мы едем, едем, едем. Хрена с два. Что такое? Скажи что-нибудь. Не в тишине же ехать. А то сдал бар. Точно. О чем поболтаем-то? Протесты все нарастают. Точняк, чел. За все мои 14 лет подобного видеть не доводилось. Что ты о них думаешь? Полностью за. Мы подняли волну. Надеюсь, Флорес это на пользу. Пересекать границу станет еще труднее. Ну, короче, протесты это типа круто, наверное.
полностью за, мы подняли волну. Надеюсь, это на что-то повлияет. Да, но даже не знаю. Алекс? Черт. Кажется, это моя бывшая мама. Бывшая мать? Ага. Она меня усыновила, когда мне было 4. Относилась отлично, но вот темняшилась же ей. Странно звучит. Да, у меня вся жизнь странная. Можно узнать, что она натворила? Она мне сказала, что мои настоящие родители были из бригады. Она знала и молчала 10 лет. Нифига себе накосячила, так накосячила. Именно. Вот потому она и бывшая мать. И потому я в бегах. Ну, понятно. Алекс! Алекс! Помоги! Пожалуйста! Я слышал, как она звала на помощь. Она очень хочет поговорить с тобой. Тебе стоит ответить. Может, и стоит. Проверь сканер у ноги. Сейчас посмотрим. А как? Так, это не то. Алекс? Это ты? Ты меня слышишь? Кажется, слышу. Алекс, алло. Алекс, ты меня слышишь? Чё делать-то надо? Так, это я перекрыл все. Мне надо, короче, волну найти. Нужна твоя помощь. Я тут, чел. Чего тебе, экс-мать? Слава богу. Сынок, нам позвонили. Возле нашего дома грабят банк. Я знаю, что мы вроде как в ссоре. Но мне нужна твоя помощь. Получить доступ к камерам и рассказать мне, что ты видишь. Она в полиции служит, что ли? Ага, легавая. Путная у меня родословная. Помогу тебе своим суперкомпом. Но чур в последний раз, женщина. Спасибо, малыш. Какой я тебе малыш? А я чем-то могу тебе помочь? Я талант, но не разорваться же мне. Давай-ка назад. Так-то, чел. Я в разведке. Большой брат следит за нами. А я слежу за большим братом. Перейти на заднее сиденье. Что делаем? Что дальше? Пошевели антенны, чтобы изображение стало резче. И скажи, что видишь. Минутку, экс-мать. Я за рулем. А чел сзади? Ты что? Успокойся. Все в порядке, мать. Настроить первую антенну. А что должно показываться вообще? Ладно, пока крутим. Ну, давай так оставим. Настроить вторую. Плохо. Ну, короче, картинка должна собраться вроде как. Давай так оставим. Следующее. О, это будет долго, походу. О, картинка есть. Но надо получше. Наверх. О, ништяк вообще. Вижу двух грабителей мужиков. Это же эти, Биба и Боба, блин. Две тупицы. Забыл, как Стив и Митч, или как... Видим двух грабителей, экс-мам. Мужики. Ясно. Заложников видите? А, переключились на другую камеру. Хорошо. Настраиваем. Сейчас, потерпите минуточку. Миссис полицейская. Ага, какую-то антенну плохо пошерудил. Нет, верхняя. О, вроде заложников нету. Нет, заложников нет. Заложников нет, экс-мам. Хорошо. Что еще? Сейчас посмотрим, что еще. Картинка вроде получше. Ой-ой-ой, как рассыпалось-то все. Так, наверное, знаешь, вот так вот лучше ставить. О, с первого раза практически. И выглядит как идиоты. Чел говорит, они какие-то придурковатые. О, опять только не эти. Хорошо. Передам. Спасибо, малыш. Чел, у меня с экс-матерью язык заплетается. Посоветуй что? Скажи, что перезвонишь. Я тебе перезвоню, лады? Хорошо, малыш. Договорились. Алекс, да? Я тебя люблю. Ты же знаешь, да? Ага. Я знаю. Пока, экс-мать. Извини, что тебе пришлось на это смотреть, чел. Да, не парься, все норм. Я б на твоем месте расстроился. Дашь ей второй шанс? Ну, может быть, возможно. После того, как узнаю больше о родителях.
Жизнь. Сложно все. Особенно если тебе 14, и ты гений. В общем, спасибо, что помог мне. Да, и экс-маме. Ментам помогли. Может, конечно, и странновато было. Да круто все, спасибо за подвоз. Да не за что. Ты меня так же выручил. Высади меня где хочешь. Круто. Ну вот она, эта гора. И нам по большому счету останется сейчас 9 километров. Пешочком, да. Все. Как будем преодолевать границу? А? Мы уже практически все методы использовали. Я думаю, что мы пойдем по первому варианту. По платному. О, мультик. Да ладно, не получается, Зои завербовали. Короче, кто не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотрите, тут сюжет, он связан. Офигеть. То есть Зоя будет отдуваться за все. Опять они в подполье. А чё картинка так рассыпается, понять не могу. Качество какое-то не ахти крутое. Блин, а на месте Зои мог оказаться и Алекс, и я. Я же тоже готов был. Но они предпочли кого-то другого. И вот Зои, пожалуйста. У нее что-то в руках. Какой-то документ. И, похоже, этот документ очень важен. Если его поставили на кон, прям на карту положили, типа, это очень важная деталь. Что же там в документе? Все. Зои попрощалась с бригадой и отправилась. Интересно, они ее как-то нашли или она сама пришла к ним? О, возле водопада. Она тоже находится рядом с границей. И что-то как-то она подрастроена. Она боится. Ты посмотри в ее глаза. У нее страх. Че, все, она пошла к границе, просто вот так взяла и по дороге пошла? Вот, пожалуйста, ее шкоп могли повязать. А вот и я еду. На пару с Алексом. Спасибо, Алекс, что подбросил. Чё-то мы остановились. Все, нас высадили. Чёрт, нет. У меня, походу, совсем сил нету. Я падаю в обморок. Ой-ой-ёшеньки, нет. Да ладно. Ну я же у границы. Но тут вроде никого нет. Может, я просто отдохну и встану. Быстро. Хватай его деньги. Да твою ж налево. У меня там $52 было, между прочим. Так, ну слава богу, мы отлежались. Мы отлежались, но у нас нет теперь денег. Но мы знаем, где они есть. Мы отложили себе. Ну, другим на черный день. Значит, сил у меня нифига нет. Денег у меня тоже нет. Все у меня забрали. Там вон копы снизу стоят. Здесь закрыто, а мы тут ходили, между прочим. Хм. Вон она, та труба, по которой мы спускались на зиплайне самодельном. Ладно, давай посмотрим, что теперь нас ждет. Что за тропа? Здесь тогда была пробка, пограничники всех пропускали. А теперь здесь никого нету. Соскользнуть вниз. Посмотрели обязательно по сторонам, чтобы нас не сбила машина. Опа! Эй, спускайся! Нифига себе. Я не думал, что я тебя тут увижу. Ну давай поболтаем. Привет. С рюкзаком? В грязи? Воняешь? Пещеру ищешь? А чё с голосом? Такое ощущение, как будто ты из-под пола откуда-то болтаешь. Вообще-то да. И я. За мной. Надо убраться с дороги. Я знаю, где пещера. По крайней мере, думаю, что знаю. Я Зои. Не знаю насчет тебя. А мне доводилось всякое повидать по пути. Полезный опыт? Тяжелый, но полезный. Можем замять тему. Просто все пережитое меня сильно изменило. И это хорошо, поверь мне. Теперь я хочу помогать людям, не только себе. А я думал, ты будешь бригаде помогать. Ролик так показали, как будто ты согласилась. А еще я помню, что она говорила, она не раз перебиралась через границу, и, возможно, она эту пещеру находила. Странный какой-то диалог, что она не знает, где эта пещера. Ну ладно, допустим. Идем через лес.
Вот он, этот водопад. Видишь водопад? Вон там. Туда-то мы и идем. Что со звуком? Непонятно вообще, какая-то фигня происходит. Все приглушено. О! О! Ништяк! Вот теперь норм. Я так кредиткой не воспользуюсь. Кстати, может, мы сейчас воспользуемся где-то кредиткой? У меня хоть ее не свистнули. Красиво, да? Ага. Зацени вид. Да я его уже 1000 раз видел. Оценить. Почему вот эту вот заставку мне показывают под самый конец игры практически? Ну, в смысле, когда я уже 5 раз здесь был. Несмотря на все несправедливости, страна у нас очень красивая. Но это да, это да. Ты куда пошла-то? Нам не в ту сторону. Ты вот так хочешь обойти? Но так-то ближе было. Послушай меня, я-то знаю. Это точно. Это про красивую страну. Минутку. Хочу кое-что попробовать. Эхо! Я знаю этого бога. Но всегда хотелось попробовать. А здесь я, кстати, не ходил. У тебя наверняка были свои дикие приключения. Люди тут все двинутые. Есть хорошее, а есть не очень. Да, понимаю. Кое о чем просто больно говорить. Но этот опыт делает нас сильнее. Я не мазохистка, но благодарна за него. Ой, как-то мне полегче уже стало, что мы преодолели все препятствия, чуть-чуть осталось. Пещера должна быть где-то тут. Ну, я так думаю. За мной. Да иду я, иду. Так непривычно, что я здесь и с кем-то. Обычно я всегда тут один. Граффити сейчас еще нарисуем. Интересно, она будет свое граффити оставлять или нет? Че, мы пришли? А сейчас? А теперь? Ну, когда мы уже придем? Я даже ускорять не могу, я просто иду. Похоже, тут до нас каких только пацанов и девчонок не было. Да тут я был, ну, еще кто-то один. О, ты что, граффити рисуешь? Что нарисует? Бригада, ну конечно. Ты мне даешь баллончик? Ну давай. Написать баллончиком «Бастаньте», «Голосуйте», «Верьте только себе». «Голосуйте» давай тоже напишем. Ты центрист. Сойдет. По крайней мере, по некоторым вопросам. Центрист. По радио правду сказали. Поверить не могу, что это место правда существует. Здесь так здорово. Ну же, давай проверим. Слушай, кто-то оставил тут свой шмот. Я не вижу, что... О, подожди. Что это такое? Проверить куст. Провал. 77% и провал. Тут записная книжка. Почему я раньше этого не видел? Взять спички. Коробок спичек. Пригодится. Что еще? Это чей-то дневник. Что там? Мужчина путешествовал с сыном. Этой пещерой не только подростки пользуются. Ну, как бы очевидно. Он боялся, что они не дойдут. Надеюсь, у них получилось перейти границу. И я. Эта страна сломала столько жизней. Ну же, давай вернемся и разведем огонь. Тут холодно. Прихвати поленьев. Еще нам потребуются спички. Но спички-то я нашел. Сейчас посмотрю. Вот, поленья давай возьмем. А здесь что? Что написано? Тому, кто оставил здесь деньги. До меня доходили слухи про камень, однако не верилось, что это правда. Не знаю, кто вы и хотели ли перейти границу, как и я. Но спасибо, правда спасибо. Благодаря вам у меня есть шанс навсегда убраться из этого ада. Если получится, мы мигом согреемся. А, она хочет костер развести. Блин, помнишь, в прошлой серии мы оставляли под этим камнем деньги? $20. Я их здесь нашел, эти $20. Забрал, а потом решил, надо бы их все-таки оставить, и оставил. И не зря. Они кому-то пригодились. Ну, конечно, я хотел их сам забрать, но, видимо... Кто-то меня опередил. Так, давай еще возьмем поленьев. Я, в принципе, так и думал. Если спрятать в нескольких местах деньги, то в одном месте их найдут, а в другом не найдут. То есть наверху, надеюсь, что деньги никто не забрал.
Там я приличную сумму, между прочим, спрятал. А разрушить пирамиду из камней не буду, добавить камень. О, к арме прибавилось. Дали даже ачивку, по камушку называется. А куда ты убежал? А, вон она. Значит, сейчас будем разводить кострище. Минуточку, мадам. Добавить полено. Добавить полено и еще добавить полено. А теперь зажечь. Четенько. Костерок водопада. Романтик. Ну чё? Чё делаем? Тут идти фигня осталась. Может пойдем? Чё греться-то? А, присесть. Прелюдия сейчас будет. Поболтать же надо. О чем ты думаешь? Ты тут, Зои? Yeah. А, да. Sorry. Извини. Слушай, можно тебе кое-что рассказать? Я сплошное внимание. Помнишь, я раньше сказала, что хочу помогать людям? Точно. Вот как я решила помочь. О, фоточка, что ли? А, погоди, так это тот документ, который был в ролике? Ну-ка, давай почитаем. Засекреченный документ. Мема. Что касается грядущего торжественного пуска насоса в эксплуатацию, рекомендовано не отвечать на вопросы, связанные с событием 86 года. Маловероятно, что у вас попросят комментарий по этой теме, особенно от Сони Санчес. Но любой ответ легитимирует вопрос и сеет сомнения в головах избирателей. А этого мы допустить не можем, если хотим победить эту женщину. Мы все знаем, что в этот день погибли люди, Фредерик. По вине ли бригады или нет, но поджог горы в тот день того стоил. Подумайте, что будет с нами, если они когда-нибудь придут к власти. Президент. А, ну вот, собственно, то самое доказательство о том, что все-таки теракт подорвал эту гору. Вот это поворот. Поджог горы в тот день того стоил. Вот она, эта главная ключевая фраза. И подпись «Президент». Ну, теперь все стало на свои места. И мы знаем, что бригада к этому не причастна. И она реально хотела все это дело остановить. Она просто попалась под горячую руку, если так можно сказать. Козлом отпущения их сделали. Что это? Это же просто бумажка. Блин, какие-то странные диалоги. Мы все уже поняли. Почему нет нормального ответа? Типа, я все понял. Что это? Секретные госдокументы. Из которых ясно, что в 86-м не бригада устроила обвал. Как все считают. А кто? Что? Блин, ну почему такие глупые вопросы я задаю? Теракт. Это устроил теракт. Гражданскую гору начинили взрывчаткой для борьбы с лавинами, как и каждый год. Когда бригада пыталась ликвидировать терака, он вызвал взрыв. Откуда у тебя это? Ну, скажем так, мой отец занимает крупную должность в правительстве. Что ты планируешь делать? Надо всем рассказать. Я собираюсь. В смысле, собираюсь попробовать. Но как? Бригада поможет мне перейти границу. Как доберусь до границы, они пошлют мне сигнал. А когда перейду, если перейду, распространю по всем заграничным СМИ, какие найду. Я могу помочь. Это очень важно. Ты из бригады? Ну, мы знаем, что она из бригады. О, если хочешь помочь, то конечно. Тогда, пожалуй, стоит отдохнуть. Через пограничников будет нелегко пробраться. И то верно. Завтра начало конца терака. Надеюсь на это. И я. Отдыхать. Че, на голой земле будем спать? Днем? На проходном месте, где куча народу, все через границу проходят. Ну ладно. Всему учить надо. Я тоже прожженный, я уже столько жизней пережил и преодолел границу. Она свалила, ну прекрасно, я оставил записку. Я даже знаю, что там может быть написано. Типа, я должна проделать этот путь сама и... Не могу тебя подвергать опасности. Типа вот из этого разряда, скорее всего. Дружище, я вдруг поняла, что так и не знаю твоего имени. Может... А мы знаем, меня Ричард зовут, наверное. Когда я звонил отцу, он сказал, что я Ричард. Может, это и стрёмно, но я решила уйти. Думаю, будет лучше, если я перейду границу одна. Это опасно. И я не хочу, чтобы
с тобой что-то случилось. Ну, в принципе, как я и говорил. Удачи при переходе. Ты останешься в моих мыслях, дружище. И, надеюсь, однажды увидимся на той стороне. ПС. То есть по скрипту. Крупный камень у входа на вид неустойчив. Надеюсь, он не сдвинется после моего ухода. И не создаст тебе проблем. Обнимаю, целую, Зоя. Крупный камень у входа на вид неустойчив. Это про какой камень она говорила? Вон про тот? А откуда он там взялся? Его там не было. Офигеть. А добавить полено? Ну, вроде бы все. Мусора там, мусора. Баллончик бы хотя бы за собой убирали. Мир они хотят изменить. Капец, засрали все. Если хочешь что-то изменить, начни с себя. Как говорят. Здесь у нас что? Давай еще раз проверим на всякий. Может, она нам тут денежку оставила? Не, нифига. Нифига. Отец у нее там влиятельный, богатый нефтяник. Я думал, может, деньгами она разжилась. Сдвинуть камень. Как бы меня этот камень не пришиб. О, отлично. А это что такое? Плеер. Я теперь музло могу так слушать. Ну, круто. Поднимаемся и бежим. Бежим и поднимаемся. У меня есть кредитная карта, надо не забыть про это. Прежде чем поднимать деньги из-под камня, который я спрятал в прошлый раз. Ноль километров до границы. Все, мы добрались. Шикарненько. Это получается, сколько подростков я уже перекинул? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть подростков, двоих не получилось. Минус два, четырех подростков я перекинул. Недурно. Шутишь? Этому плееру место на помойке. Откуда Зои-то? В смысле? Ты где? Тебя за такие шуточки арестовать бы. Привет, я думал, ты уже свинтил. Это ты? Зои, ты все еще здесь? Мне казалось, ты уже свалила. Значит, нас теперь двое таких. Правда, рада тебя видеть. Надеюсь, ты не злишься на меня из-за пещеры. Я просто пыталась помочь. Правда. Правильно сделала, что ушла. Нет, это глупый ответ. Было обидно, но я тебя понимаю. Спасибо за понимание. Почему ты не перешла? Небольшая задержка, но, возможно, перейду сегодня ночью. Потому и хотела купить плеер. Чтобы сигнал услышать. Какой сигнал? Может, не стоит это говорить здесь? Бригада пришлет мне сигнал о том, когда переходить. Может, прямо сейчас посылает? Мне позарез нужен плеер. Я могу помочь. Блин, давайте и плеер или нет? А зачем он мне? Я сейчас перейду границу и все, я со своим главным героем расстанусь. И плеер больше не вижу. Так что я помогу. Я его в пещере обронила. Ну, конечно. Давай, пойдем послушаем у меня в палатке. Иди за мной. Иду. Так, подожди, я сейчас бабки проверю. Бабки лежат, пускай лежат. Бегу, бегу, бегу. А здесь никого нету, прикинь. Даже карточку некому отдать. Отличный вид, а? За исключением этого уродства в центре. Ну да. А мы вон там когда-то были. В прошлой серии. Там куча динамита было. Чё, куда идем? Ей уже 10 лет. Как ты собираешься переходить? Есть план. Но здесь рассказывать не могу. Ну же, идем в палатку. Ну пошли, пошли, пошли. А я-то ломал голову, как мы будем переходить границу в этот раз. А тут вон как нам подфартило. Даже денег, походу, не надо. Надеюсь на это. О, он кимонист. Кимонист. Этот, каратист. Он даже меня в этот раз не остановил. Притормози-ка. Блин. Это со мной, Шон. Не вопрос. Друг Зои, мой друг. О, ну ладно. В этот раз все проще обошлось. Там какие-то голоса странные. Кто это был? Твой бойфренд? Нет, я не думаю, что это бойфренд. Кто это был? Шон знает, что я в бригаде. Он нормальный. Здесь тоже никого... А, вон, смотри, чувачок спит. Ты живой? Ну да, вроде живой. Народу-то тут
тогда, когда я первый раз сюда заходил, тут народу было вагон. Все такие небритые. А сейчас тут как-то... Ну тут никого нету. Даже того, кто бы мог меня перевести. А в прошлый раз желающих было много. Главное, чтобы у меня деньги были. Вон она, та красная дверь, которая может нас вывести за границу. Ну что, рассказывай. Что там, как, какие планы? Глянь только на эту очередь из фур на КПП. Они продают наши ресурсы всему миру. Но 99% граждан из этого не увидит ни гроша. Все идет в карман Тираку и его приспешникам. И моему отцу. Так, отдашь мне мой плеер? А, да, извини, держи. Настрой на 191.9. А что, сама-то не можешь? Госстанции, народные станции. Давай госстанции. Нет, не то. Там нет такой. Во. Это 1919, голос бригады. Это ваш папа, бэби. Прежде чем начнем, личное сообщение для три. Вот оно. Петух пропоет трижды. Повторяю, петух пропоет трижды. Это был сигнал. И что это значит? Белиберда какая-то. В 3 часа ночи в стену врежется грузовик. Это отвлекающий маневр, чтобы привлечь пограничников. И вот тогда мы перейдем. Мы? Я все думаю. Напарник мне бы не помешал. Погоди, ты же хочешь со мной, так? А то я даже не спросила. Но я пойму, если... Конечно, я хочу. Чё за вопрос? Отлично. Тогда звучит скучно, знаю, но нам надо поспать. Даже с отвлекающим маневром будет трудно. В пещере ты то же самое говорила, а потом свалила, между прочим. Ты права, надо отдохнуть. Ну, я даже не знаю, стоит ей поверить в этот раз или нет. Ладно, давай подрыхнем, силы поднаберем. На этот раз, когда проснешься, я буду здесь, обещаю. А потом мы перейдем вместе границу. Сладких снов, Зоя. Доброй ночи. Фух. Сейчас будем бежать. Будем бежать. Что-то долго грузится. Погнали. Нифига себе. Коп такой, что произошло? Что же делать? Сюда, ну же. Иду. Ползу. Давай, веди. Время поджимает. Быстро, по лестнице. Так бежим. Веди, я за тобой. Ты прикинь, мы на границу пробились. Офигеть. Я на границе. Так. Внизу ничего. Куда нам вообще идти-то? Вниз не спрыгнуть. Двери здесь не открыть. Грузовик, обманка. Проверить все. Нас могут сейчас искать. Как дверь-то открыть? Заперто. Как отпереть? Не вижу никакого рычага сигнализации. Может, внизу? Блин. Лестница с другой стороны. И как знал, что надо вниз спуститься. Слезть. Так. Нам бы здесь не попасться. Переключить. Здесь закрыл, наверху открыл. Сработало. Лезь сюда, быстро. Лезу. Главное, чтобы меня не поймали, блин. Как бы ты одна справилась без меня, а? Зои. Хорошо, что я с тобой пошел. Погнали. Да я уже впереди событий всех. О, постеры. Спускайся. Должна быть дверь справа. Да подожди, я постер почитаю. 5. Вау. Нарушители в холле. Черт. Дочитался нафиг. Как? Куда справа? Куда спускаться-то? Дверь. О, открыта. Иди в самый конец. Белая дверь. Вот здесь открыто. Что ты делаешь? У нас нет времени. А я бы здесь мог пошариться, между прочим, и что-нибудь еще найти. Белая дверь, вот это вот. А как она закрыта? Сигнализация сработала. Как только я это открою, они тут же узнают, что мы здесь. Как спрыгнем? У нас будет 10 секунд добежать до выхода. Мы справимся. Мы сможем. Но надо верить. Окей, я верю. Не знаю, как ты, но я верю. Поехали. Все, бежим. Вон они! Огонь! Воу, прыгай! Черт!
Беги, беги, беги! Да я бегу, куда? Тут тупик. А! Ее подстрелили. Несанкционное проникновение. Вперед, вперед! Куда вперед-то? Что-то у меня с дыханием проблемы какие-то. Пересечь границу, попробовать спасти Зои. Давай попробуем. Один раз, когда я пробовал ее спасти, мне было плохо. Ну вот, смотри, я спас Зои и сам... Ну, понятно. Да. Ну я же научен. Все, мне крендит. Да, в процессе можно погибнуть. Но взамен каждого упавшего встает новый. Я же знал, что так будет. В прошлый раз Зои помог и огреб, и в этот раз помог и вообще сдох. Но, надеюсь, у нее, между прочим, важные данные были. Надеюсь, она смогла перейти границу и эти данные распространить в СМИ. Она была важнее меня. Так что секрет в том, чтобы не останавливаться. Так что надеюсь, что моя смерть была не напрасна. Август 2 числа 96 года. Мы уже близки к сентябрю. Ну что, эта серия была бомбезная, настолько, насколько только возможно. По-моему, ни разу таких эпизодов еще не было. Ну а нас впереди еще парочку ждет. Ну а если ты хочешь увидеть продолжение, то не забывай ставить лайк и подписываться, если ты еще не подписан. Это очень важно. А на этом все. Увидимся и услышимся в следующем ролике.